Всем привет, всех приветствую на канале. Сегодня мы будем открывать две посылки из Китая, которые вот забирались во всей куче. Я их показывал вот в этом вот видео, там папе штука приезжала. Так, в одной у нас знаете, что находится? Давайте покажу. Вот в этой у нас находится вот, MP3-плеер. Даже фокус не надо перестраивать. Так все видно. Заказывал себе, ну, вы знаете, копия iPod Shuffle. Кстати, открывалась, видать, потому что, ну, железный брусочек, подумали, типа, бомба какая-то. Тут у нас вот что написано, картридер. Мне уже приезжал картридер, он сейчас в тумбочке находится, поэтому я его не могу достать. И мы с китайцем поссорились, я открыл спор, вернул деньги, но он мне, типа, там что-то выслал второй. И вот мне кажется, это он и есть. Давайте его откроем. И если там вообще все совпадает, то я просто в шоке. То есть получается, мало то, что я сам... Ладно. Да, ух ты, какой он яркий. Да, это он есть. Не болтается же. Не болтается, ладно, давайте потом с ним разберемся сейчас, с плеером. Так, заказывал голубенький цвет. Давайте вот прямо вот тут и откроем. Как-то открывала это наша почта. Оп! О! Наконец-то! Вот, значит, вот такой вот плеер. Вот он. Тут у нас так, тут у нас так. Такие, у нас такие плееры точно такие же. Какой-то липкий. Что-то липкий какой-то. У нас вот они стоят около 100 гривен. В Китае же около бакса. Ну и металл, конечно. Так, окей, давайте сейчас поищу и проверю вот этот картридер. И послушаю вот этот плеер. Пока пауза. Так, ребят, фух. Послушал я, в общем, этот плеер. И разобрался с картридерами. Вот посмотрите, какой у меня приезжал. То есть вообще непонятно. Давайте на него фокус. Так. Вот, то есть как-то написано тут microSD по серебряному, серебряным. Колпачок тарабанит. А этот, как видите, более яркий. Написано microSD черной краской. Колпачок не тарабанит. И он работает. Теперь по плееру. Он, да, его выключить надо. Ну, вот он, собственно, вот так вот светится. Показываю, что работает. Послушал этот плеер, ну, минут 10, что ли. Потому что, ну, очень мне понравился, особенно этот эклипс. Я его закрепил, я его не чувствовал. Слушал я вот таких вот наушниках. Это не копия, это оригинал. Оригинал от айфона или что-то такое. В общем, плеер хороший. Мне понравился, звук чистый, нету каких-то помех, хотя что-то что-то там, как-то мне кажется, искажения все-таки какие-то есть. Нету фонового шума, также нету... Да, в принципе, хороший плеер. Вот подцепить на одежду, походить где-то, музыку послушать очень даже неплохо. Но вот я еще хочу показать минусы. Минус этого плеера. Если будет заметно, то... Вот не очень аккуратно вот этот корпус выполнен. Немножко он так, короче, не очень красиво сделан. Ну а в целом плеер хороший, за $1 там с чем-то он стоил очень даже хорошо, мне понравилось. Но почему-то вот когда я подключу к своей буферной станции, как я ее называю, то есть мне тут колонки, два буфера стоят, то почему-то на максимальной громкости Imagine Dragons там в середине песни как-то звук начал портиться, хрипеть и все такое. Так, ну, включается он вот тут. Сюда наушники подключаем. Вот тут индикатор активности. Ну так, раз туда-назад. Перематывает, задерживаем. Громче, тише, пауза, плей. Ну и все. Вопрос только в том, насколько тут хватит аккумулятора. Вот этого не знаю. Ладно, ну я думаю, тут нечего рассказывать. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И в следующий раз вот эти посылки еще будем распаковывать.
Ну вот, всем спасибо за внимание, всем пока. Советую играть.